Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели. У нас с вами сегодня 15 июня 2016 года. Я вас всех приветствую. Меня зовут Тулиген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, из офиса официального партнера компании «Аль-Пари». Мы с вами обсуждаем движение валютных пар евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс золота и работаем по стратегии «Последний поцелуй», которая помогает нам определить разворот и забрать прибыль с использованием инструмента линии Фибоначчи. Ранним утром мы с вами встречались, некоторые валютные пары не хотят продолжать трендовое движение и уже встают в разворот. А именно это фунт-доллар. Золото так и не показало никакого входа, но сейчас мы с вами обсудим, что мы с вами обсуждали глобальные какие-то последние поцелуи, а последние поцелуи ежедневные, они отрабатывают и достигают своих тейк-профитов. Я переключаюсь на экран и одновременно переключаюсь в чат, чтобы видеть вас. Добрый вечер, Сергей из Владивостока. Хорошо, когда вечер, да, уже можно расслабиться и, в принципе, день уже считается отработанным, да. В Владивостоке единственное неудобно торговать с американской сессией, ну, в принципе, так же, как и в Казахстане. Когда приходят американцы на рынок, в Казахстане уже хочется спать. Итак, давайте поэтапно. Евро-доллар, он держит свой канал, до сих пор не было касания стоп-лосса, но фиолетовая линия была облизана вдоль и поперек, и в данный момент, согласно фиолетовой линии, мы находимся уже в зоне бая. То есть, грубо говоря, если увеличить этот график, то мы видим, что вчера евро-доллар, согласно последнего поцелуя вот этого дня, без касания на следующий день уходит, тестирует с обратной стороны сотый уровень и пробивает фиолетовую линию. По дороге встречает 161 уровень. Сегодня мы ожидали движения до 261, но 161 уровень отправляет вновь, возвращает евро-доллар в фиолетовый канал, который был у нас разрисован аж со времен нонфарма. Поэтому евро-доллар находится в зоне опасности. По идее, здесь нужно добавляться на сотом уровне вниз. Но так как у меня стоит уже здесь sell со вчерашнего дня, здесь добавляться некуда. Да? То есть, грубо говоря, в любом случае это sell, стоп-лосс 76, take-profit 261. Но давайте посмотрим на евро-доллар четырехчасовку. И мы увидим на четырехчасовке, что работает фиолетовая линия активно на отбой. И мы пришли к фигуре валет, да, то есть, если кто-то помнит из ранних семинаров, то есть один коридорчик у нас смотрит вниз, а второй коридорчик уже готовится по четырехчасовке закрываться вверх. Поэтому ситуация, либо мы пойдем в нашем восходящем тренде, либо мы все-таки отработаем вот этот четырехчасовую дугу до нужного тейк-профита. Вот, теперь давайте рассмотрим, как закрывают прибыль ребята, которые работают в ежедневном последнем поцелуе. То есть давайте возьмем сегодняшний день евро-доллар. Сегодняшний день определяется пунктиром, то есть от пунктира до пунктира это сегодня. И вот в данный момент ситуация по сегодня выглядит вот таким образом. То есть если мы спросим себя, кто не вчера, не за прошлую неделю, а кто сегодня был самый минимальный, то мы увидим вот эти вот две черные свечи, которые сегодня проваливались глубже всех. И поэтому коридорчик по евро-доллару выглядит таким образом. Впервые он выскочил с пробитием 161 и стремится к своему 423. Именно там, на тейк-профите сегодняшнего дня, стоит наш стоп-лосс. Евро-доллар не нарушал стоп-лосса сегодняшнего дня и находится, в принципе, в состоянии, как будто бы стремится. Вот только что он протестировал тейк первый, это 261 уровень, тютелька в тютельку, значит, будет идти и на 423. Почему не коснулся стоп-лосса? Я вот здесь чуть погромче сделаю, то есть побольше. Стоп-лосс у нас стоит 12.089. Обычно мы прячемся на 3 пункта ниже, то есть 0.59 должен был стоять стоп-лосс. Проверяем лоу черной свечи 12.084, то есть он до 0.59 не доставал. Поэтому тот, кто зашел на открытие этого часа дисциплинированно, тот в данный момент перетерпел вот такую просадочку и уже, в принципе, увидел достижение 261. Теперь ему нужно увидеть достижение 423. Это последний поцелуй сегодняшнего дня. Но мы с вами определились, что разворот будем наблюдать не в поцелуе сегодняшнего дня, а в поцелуе последнего месяца, грубо говоря, да? Нет, какого месяца? Ну да, почти месяц, 6 июня начиная, то есть мы глубже всех проваливались по часовому графику вот в таком состоянии.
где у нас это состояние? Вот они, эти две черненькие свечки. Это что у нас, часовка? Как у нас была ситуация? Я уже что-то... А, вот она, наша ситуация, я извиняюсь. То есть самая нижняя была... Самая нижняя у нас была беленькая свечка, вот такая. И поэтому утром опасность выглядела вот таким образом. От черненького до беленького, без касания низа, если мы пробьем соточку, то будем уходить на 1.13.256, это минимум. Сергей ставит минус, это значит, что? Ну, как бы, это значит, что неправильно. И этот, я сейчас анализирую, скорее всего, график. Ну, я еще раз повторюсь, согласно... Последнего поцелуя я вижу движение только основываясь на японских свечах. То есть спрашиваю себя, кто же был самый глубокий, и хочу понять, где же здесь будет разворот. Поэтому пока что опасность выглядит по евро-доллару вот таким образом. Sell работает до сих пор, стоп-лосс не коснулся, а sell мы с вами отрабатываем по последнему поцелую двухдневной давности, без касания верха, было пробитие, ретестирование сотого уровня, хорошая чувствительность 161 и стремимся мы забрать свой тейк-профит. Скорее всего заберем, потому что, должно что-то куда-то пойти. Либо сюда должно пойти, либо если пойдет вверх, то мы тут же не растеряемся и сразу начнем покупать евро-доллара вот в такой ситуации. За последние 6 часов евро-доллар ничего глобального не совершил. В отличие от другой валютной пары, которая называется фунт-доллар. Напомню, смотрите, фунт-доллар, он отработал свою фиолетовую линию. То есть ранним утром был комментарий о том, что не пробили мы с первого размаха фиолетовую линию, и фунт-доллар, соответственно, от этой фиолетовой линии отталкивается, закрывает наш sell по стоп-лоссу. Давайте я все удалю здесь, чтобы было понятно. И отдает тейк-профит сегодняшнего дня и закрывает коридор ласткиса последней недели, грубо говоря. Ну, тоже последнего месяца, да? Да, последнего месяца. То есть, если мы спросим у фунт-доллара, кто был самый низкий парень за последний месяц, то мы определимся, что именно в этом коридоре я сейчас участвую в бае. Выглядит это таким образом, касания низа не было, выход аккуратненький, добавка на сотки, добавка здесь была 10 лотами и одним лотом. Тейк-профит от 10 лотов у меня стоит на 161 уровне, это так называемая пипсовка. А тейк-профит от одного лота стоит на 261, оба стоп-лосса стоят под 76 уровнем. То есть фунт, согласно недельного ласт-киса, он уже развернулся. То есть, кто был самый низкий, касания низа не было, если я увеличиваю, вы увидите, что касания низа здесь не было. И аккуратная пробивка сотого уровня с аккуратными целями до 161 и до 261 уровня. Фунт-доллар развернулся. Ясно. Теперь давайте посмотрим на фунт-доллар четырехчасовку, и мы видим, что фиолетовая вновь находится снизу, не сверху, то есть фунт-доллар вправе ходить до нашего 161, но может не добить до нашего 261. Что это за полосочка такая у нас стоит на 261? А, ну все, правильно. Может не добить, потому что эта полосочка вот основана на вот этом касании, которое когда-то здесь отрабатывало, то есть имеет определенную свою какую-то силу. Вот. Общая картина фунт-доллара часовки выглядит вот таким образом. То есть, что мы здесь хотим нарисовать? Многие видят здесь будущий head and shoulders, то есть одно плечо, второе плечо глубже, будет еще одно плечо, которое будет сносить наши стоп-лоссы, а потом будет куда-то движение в эти просторы, и снизу нарисуется head and shoulders. Угу. Теперь давайте посмотрим фунт-доллар-дневку. Фунт-доллар-дневка имеет право ходить до нашего тейк-профита, потому что ретестинга фиолетовой линии пока что еще не было. То есть было активное пробитие дневного тренда и без ретестинга провалились. Вот. И, соответственно, можем оттестироваться на фиолетовой линии. А теперь давайте рассмотрим, какие были тейк-профиты сегодня по фунту. Они были, и внимательные трейдеры их забирали. То есть, если мы спросим не у последнего месяца, а у последнего дня сегодняшнего, кто сегодня был самый минимальный парень на деревне. И мы увидим, что черная свечка открытия сегодняшнего дня как раз-таки показала минимум и устремилась наверх. С применением нашей стратегии мы определяем high черной свечи, low белой свечи. Два раза чувствуем сотый уровень. Далее, смотрите, пробиваем вместе со 161, заходим
и отдаем 423 уровень без мучений. То есть здесь с утра пораньше ребята забрали какие-то маленькие свои 28 пунктов. Самое главное, что по стратегии не было касания 76 уровня. Я сейчас увеличу, покажу. Так, тен-тен-тен. Вот. Подождите, где я нахожусь? Ну, давайте я здесь покажу, чтобы было интереснее. Вот. Вот сегодняшний день. Я сейчас увеличу этот тон. Вот. И касания 76 не было. Хай черный, лоу белый. Два раза тестируем сотый уровень. Пробиваем вместе со 161. Заходим. Ретестировали 161 и отдали 423 уровень. То есть это take profit называется take profit от last key со сегодняшнего дня. Вот. А take profit от last key со последнего месяца выглядит вот таким образом. И в этом take profit, вернее в этой сделочке я сейчас участвую. В этой или в какой? Подождите, в какой сделочке я участвую? Сейчас, секундочку. Не в этой. А, не в этой. Глубже была не эта же беленькая, а вот эта беленькая была глубже всех. Поэтому я участвую вот здесь. Вот. Ага, вот здесь. Стоп-лосс 76, take profit 161 и 261. В данный момент как раз-таки рынок находится в том ценовом диапазоне, где я совершал сделочки в buy, в надежде на то, что это будет первым разворотной полудугой. Почему? Потому что здесь уже по фунтику, в принципе, близок тот час, когда мы будем пробивать фиолетовый, ретестировать и уходить куда-то по своим делам. То есть находимся, в принципе, возле фиолетовой, и вот это фиолетовое будет определять, быть фунту в нисходящем тренде по часовке или все-таки не быть. Да? Так, какой же у нас еще был? А, вот смотрите, вчера мы с вами, когда начали торговать, мы определились с вами, кто здесь является последним поцелуем. Давайте я еще раз повторюсь. То есть вчера мы искали последний поцелуй и говорили, вот эта черненькая свечка была максимальным значением, далее ее перепоцеловали, берем комплект его черное сюда, далее его перепоцеловали и берем ее комплект вот сюда, вот сюда. Вчера мы изначально стояли вот в этой сделке, но потом мы наш take profit удлинили. Но сам вот этот take profit вчерашнего поцелуя, он достигает своего take profit 261 тютелька в тютельку. То есть был выход, помните, мы здесь зашли, и достижение 261 было в 18.00 по терминалу. Я думаю, что здесь кто-то забрал свою прибыль, а после этого, соответственно, мы не пошли в большой полудуге, а закрыли стоп-лосс. Ну, ничего страшного, закрыв стоп-лосс, отправляем фунта в обратном направлении. То есть выглядит сейчас моя сделочка вот таким образом. И я ее разукрашу и оставлю до завтрашнего дня. Напомню, что это моя последняя сделочка, то есть не торгую я вернее, с американцами, вот, определяю последний на сегодняшний момент коридор, и стоп-лосс так стоп-лосс, тейк-профит так тейк-профит, неважно, да? Вот, поэтому резюме какое. Евро-доллар сохраняет свой стоп-лосс и находится ниже сотого уровня, поэтому оставлю его до 261 в sell. Фунт-доллар снес стоп-лосс вчерашнего дня, перевернулся и оставлю я его в buy. А вот золото со вчерашнего дня отдала take-profit вчерашнего дня, но и так до сих пор ничего не показала. Утром я забыл прокомментировать, что кто работает свеча в свече, тот вчера спокойненько получил свой take profit. Если мы спросим у вчерашнего дня, кто был самый минимальный за вчерашний день, применим стратегию last kiss и получим take profit. Аккуратненький выход с пробитием сотого уровня, добавка и получение 261 без особых мучений. Это произошло вчера вечером, 66 пунктов. Трейдеры положили в карман по последнему поцелую 14 июня. Вот. Если же мы будем рассматривать последний поцелуй сегодня, то золото уже находится в селе. То есть если мы у сегодня, не у вчера, не у позавчера, а у сегодня, если мы спросим, кто был самый максимальный за сегодня, золото уже находится в селе. Три последние свечи, пробитие, чувствительность 161 уровня, но нужно нам уходить. Куда нам нужно уходить? Нам нужно уходить до 261. Поэтому я добавлю позицию на сегодня. 84.049, это значит 85.049, получится слишком высоко стоп-лосс. И take profit будет стоять 74.321. Примерно вот так. Рентабельность в любом случае есть 1 к 3. Поэтому
отработаю сегодня хотя бы такую сделочку. Кто не хочет участвовать в поцелуе сегодняшнего дня, у того, естественно, остается поцелуй последнего месяца. И выглядит он точно так же, как выглядел на утреннем семинаре. Касания верха нету. Если пробьем сотку, то будем уходить на 12.63. Владимир никуда не опоздал. Новозеландца мы еще не смотрели. Поэтому новозеландец пробил фиолетовую линию и готовится к хорошему баю. Давайте посмотрим, как это происходит. Новозеландец, доллар. Если ранним утром по новозеландцу мы видели отбой от фиолетовой линии, то сейчас мы видим пробой этой фиолетовой линии, и его видно невооруженным взглядом. Фиолетовая линия по новозеландцу выглядит такая. Есть медленная фиолетовая линия и есть быстрая фиолетовая линия. Вот быстрая фиолетовая линия в данный момент по новозеландцу пробилась и летит куда-то вверх. И новозеландец пробивает, самое главное, последнюю дугу. Это не последний поцелуй, это последняя выпукло-вогнутая, криво-согнутая дуга с пробитием сотки без касания 7.6 стремится к цене, какой цене? 0.7106. Именно туда стремится сейчас новозеландец. Напомню, по новозеландцу был нарушен нисходящий тренд, который хорошо работал, и сейчас мы уже отрабатываем новозеландца в бай. Вот. Если же смотреть новозеландца четырехчасовку, то новозеландцу четырехчасовки в данный момент мешает всякие полудуги, которые смотрят вниз. Во-первых, у новозеландца есть вот такая шикарная дуга без достижения 261-го. Она противоречит вашему часовому баю. И во-вторых, по новозеландцу по четырехчасовке есть трендовая дуга, которая тоже противоречит вашему баю. И в данный момент мы находимся на уровне 100 в трендовом новозеландском. Да, потому что мы должны были до take 2 идти после выхода. Здесь давайте более подробно посмотрим. Выход, снесение стоп-лосса, и после снесения стоп-лосса прокол 161. Не достали до 423, находимся на сотом уровне. Но, согласно часовке, мы уже все по новозеландцу должны видеть бай. Один тейк-профит уже по новозеландцу есть. Это пробитие 161 и достижение 423 тютелька в тютельку. Это был тейк-профит сегодняшнего дня по новозеландцу без касания 76-го с четкой фиксацией прибыли на 423-м. Далее разворачиваемся и 423-й пробиваем, чтобы идти к дальнейшим целям. Сколько можно было заработать сегодня на новозеландце? 33 пункта в бай можно было заработать, если бы вы внимательно смотрели за поцелуем сегодняшнего дня. Потому что сегодня после пунктира новозеландец глубже всех был именно вот в этом комплекте. Комплект это черное и белый 100% возврат. Я думаю, с этим все понятно. Иена, пожалуйста, прокомментируйте. Давайте иену посмотрим. Новый чарт. Так, как называется иена? Доллар, иена, поехали. Бомс. Иену давно не смотрели. Ну, иена, согласно полудуги вот этой часовой глобальной, находится в зоне села, то есть выглядит это вот таким образом. Иена пока что еще не была на своем 261. Вот. Но, согласно, допустим, поцелую сегодняшнего дня, давайте посмотрим, и вчерашнего, потому что сегодня он так не показал ничего красивого. Иена находится тоже в бае. То есть, если мы спросим, кто во всем этом безобразии был глубже всех по иене, то мы увидим вот этот одноцвет из трех черных свечей. Без касания низа в данный момент иена стремится к своему 261 и уже находится на 161 уровне и мечтает попасть на 106.778. Четырехчасовку иену нужно обязательно смотреть. Иена четырехчасовка готовится к глобальному поцелую по четырехчасовке. Выглядит это вот таким образом. Еще чуть-чуть, и после пробития 106.415 будем видеть 107. Это будет поцелуй четырехчасовой. И давайте иену посмотрим дневку. А вот иена дневка находится в рейнже. Почему? Потому что трендовый коридор она так и не закрыла, то есть выглядит это вот таким образом, а лишь протестировала уровень и не спрятала свои тела. Здесь магнитик, при магните. Ну нет, вообще-то, согласно секрету номер два, доллар-иена дневка, сегодня утром нужно делать было его sell по дневке. Почему? Потому что по секрету номер два был пробит уровень 106.134. Примерно так. Но иена что делает? У иены есть определенный вот такой уровень, да, который
еще не пробит так очень, ну, как бы сильно. То есть мы, грубо говоря, за пробитие делаем какими-то маленькими телами. Это тоже нужно учитывать, потому что в пробивной свече должен быть сильный характер. Еще раз напомню, что самое лучшее пробитие — это когда по пояс застревает свеча в том уровне, который вы определяете как уровень. Так, правильно ли я понимаю, что 8 июня есть недобитый коридор H4 вниз, франк-иена? Давайте посмотрим. Австралиец, по отношению к чему? Напишите, пожалуйста, Александр. А франк-иена, давайте посмотрим. Новый чарт, франк-иена. Где у нас франк-иена? Как он называется вообще? Франк. Чиф? Иена. Жу. Вот он. Правильно ли вы понимаете? Давайте сейчас посмотрим. Вы пишете, от 8 июня есть недобитый коридор H4 вниз. Франк-иена. Франк-иена. Недобитый коридор, ну, смотря какой. То есть давайте сначала посмотрим, где у него глобальные уровни находятся у франка-иены. То есть смотрите, как франк-иена хорошо отработал. То есть он застрял между уровнем, сколько там, 112 и 109, согласно основного поцелуя. То есть вот линии Фибоначчи, я всегда растягиваю, самый верхний поцелуй, который руководит разворотом, его уровни мы хорошо чувствуем. Но вы говорите от 8 июня. Где 8 июня у нас? 8 июня. Немножко неправильно. 8 июня не является последним поцелуем, а является последним поцелуем 7 июня. То есть если мы берем вот это вот, вот этот импульс, да, по четырехчасовке, и вот это вот коррекционное движение, ну потому, почему коррекционное? Потому что она же короче, эта волна, чем вот эта. И вот у этого коррекционного движения парадом руководит вот этот коридорчик, неотработанный, но этот коридорчик от 7 июня. Потому что касания верха не было, и вот эти внутренние, что такое? У меня телефон зазвенел, секундочку, я его сброшу. Вот, все, сбросил. Вот, потому что вот это вот 8 июня, оно находится внутри, то есть она составляющая этого поцелуя. Касания верха нету, есть 161, должен быть 261. Правильно понимаете, но этот последний поцелуй не является разворотным, он является, ну, трендовым. Почему? Потому что и так-то мы вниз по всем позициям, там, грубо говоря, идем. И он просто в очередной раз закрывает трендовую коррекционную дугу и куда-то летит вниз. А вот хорошим последним поцелуем с далекими тейками будет считаться именно разворотный. Как вот, ну, к примеру, видите, как не тянется, оказывается, у меня. Вот он последний. То есть был восходящий тренд. Был хороший поцелуй, вот он будет иметь большие тейк-профиты. Даже грубо нарисую вам, смотрите, вот я не знаю, какая свеча там какая, но он имеет большие перспективы и туда, и сюда, и так далее. Почему? Потому что он является разворотным в неком восходящем тренде. Примерно вот так. Вот эти поцелуи, они будут иметь длинные тейк-профиты. Окей? Разобрались. 8 июня слабее, чем 7 июня. Примерно вот такой будет ответ по кроссам. Кто по кроссам? Я по кроссам не торгую, просто мы сейчас вместе рассматриваем, Павел. Ну, люди торгуют по кроссам. Мы смотрим. 8 июня недобитый, он слабее, чем 7 июня. Вот, наконец-таки Юрий ответил, что было все. Самое главное, чтобы было, ну, понятно. Потому что если мы возьмем 8 июня, смотрите, то тогда 7 июня на нас обидится. Оно скажет: ребята, я не понял, вы что, меня игнорируете, что ли? Я же старший брат, внутри меня есть младший брат. Ну, они примерно, видите, все уровни на одном. Отличие будет буквально там на несколько пунктов. Окей, разобрались. Австралиец-доллар. Наконец-то мы поняли отношение австралийца к чему, потому что австралиец может и к иене, да, отношение иметь. Так, австралиец-доллар. Давайте посмотрим. О, австралиец-доллар чистый бай. Чистый бай. Почему? Потому что, ну, во-первых, я так просто условно всегда рисую. Ну, пробит уровень, да? И, во-вторых, есть последний поцелуй. Выглядит он вот таким образом. Уже есть 161 уровень. Касания 7.6 после выхода не было. То есть здесь пипсовка завершилась благополучно. 21 пункт по пипсовке положили в карман. Вот. А глобальный тейк-профит будет стоять у вас на 261.
чистый, чистый бай, но хотя он тоже может обидеться, то есть, вернее, на него могут, может обидеться старший брат. На самом деле, вот он, настоящий последний посыл. Вот он, настоящий последний посыл. И в данный момент, кто это, австралиец доллар, готовится к серьезному баю. Потому что здесь не было касания низа. У него, у этого поцелуя есть старший брат. Ситуация такая же, как там. Интересная стратегия. Ну вот, я отвечаю Дмитрию сейчас, что обучающих семинаров нету. Каждый обзор, он у нас идет в плане обучения. Поэтому, если понравился семинар, смотрим, смотрим. И уже со второго, третьего занятия будет понятно, как мы определяем последний поцелуй и как мы по нему уходим. То есть, если мы вот в этом коррекционном движении спросим у австралийца, кто был самый минимальный парень, то мы увидим, что касания низа не было. Значит, в данный момент мы протестировали цену 74.034. И давайте проверим хай этой свечи. 74.026, ну еще не достал. 0.34, он говорит дзынь, у нас раньше было понятие коридор, дзынкнул, то есть он говорит, все, я уже работаю, теперь нужно только пробития дождаться и уходить по нему вверх. Одним глазом смотрим на нефть, а что на нее смотреть? А, нефть так и не показала ничего после последнего тейк-профита, последний тейк-профит по нефти выглядел таким образом, то есть мы спросим, кто по нефти был самый максимальный, берем назад одноцвет, белое-белое-белое-белое-белое, и получаем тейк-профит без мучений и без стоп-лоссов. Пробитие сотого уровня, добавка на сотки и четкая фиксация прибыли на 261 уровне. После этого нефть не дает никаких шансов нам участвовать в бае, потому что все черное, ни одной белой, даже если это белая была, ее перепоцеловали. То есть верх у нас есть куда прицепить, а низ пока цеплять некуда. Поэтому низ прицепим за самый лоу и будем ждать беленькую свечку, чтобы уйти по нефти в разворот. По нефти разворот, скорее всего, не состоится. Почему? Потому что нефть после последнего поцелуя закрывает еще вот такую глобальную дугу. Вот и в данный момент нефть от сотки хочет оттолкнуться и увидеть цену 43.57. В уменьшенном виде это очень красиво смотрится. Восходящего тренда по нефти уже нету. Есть пробитие уровня, ретестинг с обратной стороны, и нефть устремляется на 43.57. Да, была нефть на 52.81, и там мы забирали тейк-профиты. Вот в этом последнем поцелуе, кто помнит, это был красивейший канальчик с пробитием без касания 7.6 и с достижением 51.28. После этого мы рисуем на том же уровне, смотрите, на 51.28 мы определяем последний поцелуй, пробиваем и достигаем обратной цели и тоже забираем фиксацию, фиксируемся на 261, и все у нас хорошо. То есть и вверх забрали прибыль по нефти, и вниз забрали прибыль по нефти. Я сейчас говорю про нефтяников. Лично я нефтью не увлекаюсь. Но есть нефтяники, которые, ну я так называю нефтяники, которые в принципе ни на чем кроме нефти не торгуют. Итак, резюме. Евро-доллар откатывает от сотого уровня, значит, увидим сегодня мы тейк-профит внизу в последней полудуге. И это красивый поцелуй позапозавчерашнего дня без касания верха с хорошим ретестингом сотки 161-го, то есть чувствительностью. Не чувствовали еще 261-й. Давай, давай, иди вниз. Рентабельность тут есть. Рентабельность, напомню, здесь 20 пунктов по отношению к 90 пунктов, 1 к 4,5. Хороший там. По фунту мы уже ушли в бай. Пипсовку я закрою на 161, глобально здесь нужно закрываться на 261. Откуда этот коридорчик? Это коридорчик, кто у нас был самый минимальный за последний месяц. Да, за последний месяц. И мы видим, что это самое минимальное значение по часовке за месяц и возврат на 100%. Раньше наша стратегия называлась рейндж и выход из рейнджа до дальнейших уровней Fibonacci. Основным определением для данной стратегии является последний одноцвет, который устраивает локальный минимум или максимум и 100% возврат с закрытием клоза ниже сотого уровня Fibonacci. То есть здесь что было? Последний одноцвет из черных свечей дотягивался в последний раз, поцеловал своего любимого, кого? Или любимую, без касания низа пробил то место, откуда он разгонялся для поцелуя, и закрепил клосс выше сотого уровня. Значит, тейк будет у нас на сегодня на 1.43.38.4, но я тейк держу 1.43.3. Вы помните, почему 3 тройки? Потому что
рынок чувствует психологические цены. И если он увидит 1.43333333, скорее всего, он там будет отталкиваться. Потому что есть умники, которые на 1.43333333 начинают продавать. Вот. И это может помешать нашему тейк-профиту 43.384. Поэтому вся моя группа, с кем мы вместе торгуем, будет закрывать фунтан на 43.333333. Примерно так мы будем сегодня закрывать. А дальнейшим психологическим уровнем для фунта еще будет являться 1.44444444. И там мы тоже будем, наверное, закрывать какие-то наши следующие тейк-профиты. Окей, золото ждем. Хотя по золоту, по поцелую сегодняшнего дня ребята уже сидят в селе, но по поцелую последнего месяца золото пока что еще не закрыло клосс ниже сотого уровня. Поэтому ждем, ждем и ждем. А что это за сделочка у меня такая? Что это за сел? А, я же только что добавил по поцелую сегодняшнего дня. Вот она эта сделочка, поцелую сегодняшнего дня. Это три последние свечи, пробитие и тейк. А где take profit стоит? Вообще, что происходит? Где take profit? А, вот он take profit. А почему на 423-м? Не должен он стоять на 423-м, он должен стоять вот здесь. Потому что выход был без пробития 161, значит take profit забираем на 12.79. На 12.79 заберем мы take profit. Да, примерно здесь. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра у нас еще есть хороший трейдерский рабочий день, поэтому резюме подведем. Евро-доллар, не задевай нашего стоп-лосса, иди опять на пробитие фиолетовой линии. Фунтик, молодец, что идешь, закрой мою пипсовку на 161 и отдай добрым людям тейк-профит на 1.43333333. Вот. И по золоту закройся поцелуй сегодняшнего дня и одновременно закройся поцелуй последнего месяца. Последний месяц поцелуй выглядит вот таким образом. Где же он, последний поцелуй? Вот он, последний поцелуй последнего месяца. Это последний поцелуй июня. Июня. С ним можно поиграться. Почему поиграться? Потому что, еще раз напомню, если вы нащупали последний поцелуй в развороте, то можно прибыль, в принципе, держать до 685, до 1109, до 1794. Потому что любой большой разворот предполагает большое падение. Напомню, золото уже не идет в восходящем тренде, оно давно уже пробило, оттестировало его с обратной стороны, поэтому имеет право на большое падение. Вам тоже огромное спасибо, что вы постоянно присутствуете на данных семинарах. Желаю вам большой трейдерской удачи, видения графика и дружбу со своими эмоциями. До новых встреч, до завтра, удачи вам во время американской сессии.